выходные кировчане отметят Всероссийский день молодежи. Как пройдет праздник в областном центре, рассказали представители администрации города и правительства области. Все подробности у Миланы Поварницыной. День молодежи превратится в областной праздник, который продлится несколько дней. Праздничные мероприятия запланированы в каждом районе области. Первая площадка начнет работать уже 26 июня в Нововятском районе. 27-го у нас пройдут соответствующие. Еще одна будет площадка также в Нововятском районе. Плюс 27-го у нас начинается традиционный фестиваль современной музыкальной культуры Междуречия. Хотелось бы напомнить сразу всем поклонникам этого вида творчества и вообще этого способа проведения Дня молодежи, что второй год подряд мы проводим его на площадке у реки Медянка, то есть это Юрианский район. Туда выезжают все наши поклонники авторской песни, современного музыкального творчества. 28 числа пройдет турнир по мини-футболу на Кубок Первомайского района. В Парке Победы запланирована праздничная программа для молодежи Октябрьского района. Не останется в стороне и галерея «Прогресса», которая организует ярмарку «Арт-маркет». Здесь кировчане представят эксклюзивные самодельные вещи. 29 июня на Театральной площади состоится ежегодный молодежный турнир по стритболу. У филармонии высадится студенческий десант ВятГГУ. Ребята проведут акцию «Навстречу жизни». А самыми главными местами гуляний станут сразу три площадки – набережная Грина, Александровский сад и кинотеатр «Прожектор». Торжественное открытие Дня молодежи состоится в 12 часов на главной сцене, установленной у лестниц на набережной имени Грина. В 13 часов с приветственным словом и поздравлением к молодежи Кировской области обратится временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Юрьевич Белых. На торжественном мероприятии будут оглашены итоги реализации молодежной политики Кировской области в 2013-2014 годах. Пройдет награждение победителей областного конкурса «Лидер 21 века». Глава региона вручит 4 премии молодежи Вятского края. Также на главной сцене развернется молодежный фестиваль «Молодой 43», где выступят представители от всех районов области с творческими номерами-поздравлениями. В 2 часа на торжественной линейке выстроятся лучшие выпускники. Кроме того, в течение всего дня на набережной будет работать фотовыставка молодежных событий Кировской области, интерактивные площадки, а в завершении подарком жителям города станет фестиваль «Акустика», на котором выступят около 30 молодых исполнителей. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.